Рассказать вам анекдот про израильскую армию. Молодого солдата спрашивают, если на тебя идут там, ну скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Я вот хотел спросить, я что, один разве здесь на этой панели? По-моему, другие люди...